Los que están. Всем привет. Да, Эй, слышал? какого фига, если я слишком близко приближаю, ты исчезаешь. Точнее, сначала у тебя исчезают руки, а потом ты исчезаешь. Так, а ты главный же квест поставил? Да, мне кажется, надо поговорить с Кинзи. Я так понимаю, ты сейчас будешь говорить, а не я, да? You're really making a big deal out of nothing. This is a great opportunity for him to build character. Kinsey, this is not a time for a teachable moment. If we don't help Matt, he will die. Fine, take this. Это что за робокостюм? Неплохо. Это из StarCraft какой-то. I was talking to the robot. Same thing. Not really. A robot is an automaton. Don't ruin this, Keith. Неплохо. Неплохой костюмчик. Это реально как в StarCraft'е. Наверное. It's supposed to make that noise. Are you breaking my power armor? Maybe. If you do damage the power armor, you can find repair kits in some of the storage crates. Ух. А, то есть тут только в рукопашку надо. Угу. Нифига. На. Can't wait to use the guns on this bad boy. Time to get them working, so... Are you fucking kidding me? I found your power armor. Because it is missing... Kinsey, how the hell am I supposed to get this thing through the door? Oh my god, this is a real world. I can't just waggle my fingers and... Oh, look, Kinsey, you leave wolves like a goddess. Okay, okay, alright, I'll figure something out. Где этот магнитер? Ты знал, что отлетать можешь, что ли? Да. Откуда? Там было написано Space of Light. Нет. Да, где-то нахуй. Да ну её нахер, ты. Бля, он графика всё-таки. You take care of what's there, and I'll make sure they don't alert the others. Твою мать. Nice. У меня кончилась зарядка. То есть? В смысле? Ты сдох? Ты лететь не смог. Капец! Морзин! You take care of what's there, and I'll make sure they don't alert the others. Это вообще... Да, робот это хорошо. Да, конечно, а ты сомневался, что? Нет, конечно. Ты маг. Стамина. Стамайна. Что хочет? Ну где наш маг? О, не, подожди. Это то самое место, кстати. Мне надо, чтобы у меня моя стамина восстановилась. Это то самое место, откуда мы сваливали. Угу. Вот двух капсул нету, это походу наш. А, одна это мета. Я пойму, а как это понять, от чего это? Сейчас я отмет, но я подумаю, какого фига? Я бы обосрался, бы увидел пинков, да, да, да. Которые пытаются его найти. Get away from me! I made it! I was hoping to find some pants, man. About time I was rescued! Oh, you wouldn't believe what they have! But I didn't realize they had robots! That's what I'm saying! Yeah. О, голенький! So, not a robot? Чё мама родила?
Ну, без пистолета, конечно, немножко, но это ладно. Короче, пофиг на него нам подавали. Kinsey said the guns are missing stuff. Typical. Give me a moment. А теперь нам куда? Фига, это чел, он сейчас нам починит, у нас будет оружие. О, это кульно. А это что за дерьмо? Походу нам охранять его надо, да. А у меня нет оружия. Потом все будут, когда он починит. А, я понял. Да, как там охраняет. А? Ты с одной стороны охраняешь, а я с тобой. Да. Он пробрался! За тобой бежит Ален. Бежал. Какого фига ты их что-то не так уж ты бьёшь? У них нет вообще. Там было двое, их все. Отрядами прям. Готов. Готов. Клер за Эрия. Окей. Короче, всех поубивать. Я понял. Ну все, убиваем. Что, где-то еще один? Прятки, да. Вертаем. Давай, вали его. I have the parts. Get to me and I'll set you up. This will be much different than any other weapon you're used to. Yeah, I'm sure it's a real fancy gun, Matt. More than just a gun. Нифига себе. Good job, Matt. Что там такого у меня на жопу прицепил? Ну, а обычно турельчик такой. Ух ты ж, ну нифига себе. Давай, ланч рокет. Нифига на ку нажми. Я знаю. Блин, а это надо сломать. Зачем? А как пройти? Перелететь. А, точно. Блин. Я не увидел, я что там сверху. Покайте мои. Ой, роботы. Ну, тут вылетит терминатор. Так, кстати. Я не остановим, давай. А, это то самое место, куда мы свалились. Может быть. Тест подлетел. А где мы? Не знаю. Кто это? Вот мы. Раш, раш, раш. Нано. Да не хочу, шансов нету при 15. Конечно. Да мы бы, блин, могли эту базу нафиг зачистить. И что теперь делать? О, вот! Сейчас мы это... Matt, look out! We need that pickup! We're gonna die here! I know it! Fuck, are you guys right here? Минус, на! Там еще Пруссо. Где? Fire in the hole! Там. У меня пол ТП, кстати. Вайс, мне что-нибудь подхилить. Да. Да какого фига ты прёшь? Matt, the guns aren't working. I did what I could. I come here to fix it right now. Shit. Короче, снова в рукопашку, конечно. Ну, а тупо стоишь, тут и ждешь, пока не куда иду. I'm here. Get to me. Get to the ship. Я буду тупо. Где там шип?
Eu de 15. Usa o chip, man. Pega, cara. Так взял его, подхватил. Он еще чего-то оттряхивается. От той жидкости, в которой он был. О, я на пулемете сижу. Да-да-да. Клево. А, ты тоже на пулемете? Пулемете? Я справа от тебя. Серьез ли? Да. Но он почти не перегревается. Ну да. Как в Звездных войнах там. А чё там? Я не играл. Ну там похоже было. Я смотрел только первые три серии. Точнее, эпизоды. Части. Да, эпизоды. Что за нафиг? У меня есть на вкус способность, блин, нет. Что это за фигня? Я по нему палил. Я тоже. А вот теперь он начинает перегреваться. Капец. Hey, where'd that ship go? I'm not sure. Короче, сейчас будет еще один такой прикол. Yeah, thanks for clearing that up, Matt. Он снизу? Какого фига, да. Был. Эй, какого... А, снова это вылез. Конечно, помню, блин, почти. Вот там. Дура. Куда ты палишь? Просто вверх. Хорошо. Надо же ему корабль разрушить, правильно? Ты издеваешься? Ты дура, что ли? Нафига ты нас остановил? Ой, чёрт. Я палил. Слева, слева он. Офигеть. Мы успели. Это жесть. Пипец. Я не до сих пор стреляю. Уже не. Anything, you think someone could at least give me a high five? You need to take a look at this. A plane. Why would Zodiac want to build one in deep space? It has to be another prison. Whose idea of hell is being trapped on an aeroplane? Me, Shandy, and... Oh my god. Johnny's alive. Boss, Johnny's dead. Who else would be stuck in a plane? Shandy? It was a life-defining moment for her. It's the only thing that makes sense. You're wrong. I think she's making a lot of sense. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend back. Почему эти надписи прям так вылепляют, что Коран нафиг сотрясает? Не знаю. 27 левел. Зашибись, теперь у нас есть мэп. И новый гетэвэй. И новые миссии. Фух. Классно. Угу. О, а чьё? Пошли в симуляцию. Погоди, а там миссия какая? Короче, походу нам сейчас еще одного вытаскивать там будет. Boss, I'm picking up major readings coming from your area. Ух ты ж, мэн. That one of those giant aliens are coming. Zodiac must be pissed about Matt. Значит, просто будет. Да. Сейчас тут поставлю фейсбласт. Мазила. Окей, тогда я пойду с... Моё дело стрелять, твоё дело замораживать. Нет. Миша, я уже четверть КП уже вынес.
Я вообще тоже выносил довольно много. Можешь его заморозить, не? Никакого. Вот ты гад, а уворачивается. А я попадаю. Я тоже. Так. Ну-ка, подожди, а ракетик сработает? Заморозь и оставь его таким. По-моему, не сработало. Ты с чего стреляешь-то? Из пистов. Понятно. Нормально дамаг, я кстати, с СМГ. Да. Они нормально так дамажат. Ну, у меня точно, у меня фул этот, фул прокачка на них. Да, они хило дамажат, реально. Мы почти всё, готов. Почти убили. Почти. Ну, морозь! Yeah, man. Я стреляю по нему. Давай, я стреляю. Да я могу нифига особо не делать, ты его сам бьёшь, по идее. Ну ладно. Я с зомби еще постреляю заодно. О, да, чувство. Чё? И чё? Loading up another training program for you. О! Что это? Стом. Клёво. Клёво. Сейчас это мы будем, походу, подлетать и блудыщ, мэн. Ха-ха! Ну-ка, подожди, а если я взлечу сильно-сильно? Ого, а так он ногой фигачь будет. Круто. Офигеть. Том за коллектора. А, вот так вот нафига они нужны. Теперь ясно. Ух ты ж, мэн. А. Эта фигня тоже ему даст, но есть. На. О, я стрелял. Прекрасно. У нас новая способность. Зашибись. Вот теперь с этими аленами вообще легко бороться. Mm-hmm. Кстати, XP-шку нормально дали. Это мне полуровня дали. А? Мне дали полуровня. Что? А, элемент скалы? Ну, камень. Так. Пойди и соединяйся к квесту. Ну давай, активируй сначала. Вот. А, это вот он. Что за? Fight Club. Короче, просто survival. А у нас есть суперспособности. Мы можем стомпать всех. Мы вообще все можем. Давай. Я против Найтблейда? Да. Мы. А, мы против Найтблейда. Я мог. Оружие нельзя использовать. А? Оружие нельзя использовать. Почему? Ну, потому что написано, что нельзя. На, шарик. Я ох буду ты ж, они больно эти. Бьют. Я буду использовать захваты. Юзай захват, они их сразу убивают. О, там чувак с пехалем. Может, с него пехаль можно будет достать? Ой, из них хпшки же выпадают. И денежки. Ой. Два телеки, мэн. О, на. Nightblade появился. Где? Ну тут. Я не вижу. Я его взял. А, все. Лови.
Лови его. Ах ты ж, блин. Дай! Да какого фига? Там этот, как его... Кто там Томас Уэрро написал? Burning Man! Слышь, кто Томас Уэрро написал и там в Америке еще? Он офигенный такой, типа, был символом. Не помню. Блин. Ну ты понял, да, о ком я? Ну да. Марк Твен. А? Марк Твен. Да, он там, он на плакате нарисован и подписан, я хочу тебя. Блин, вот реально надо захватами валить, а захватами их валить нельзя, потому что они горячие. Ну и скиллами еще, ух ты ж, да, кстати. Окей, скиллами так скиллами. Да блин, они жестко поджигают. Их реально нельзя трогать. Надо только скиллами. Чувак, я... Остудись, мэм. Супер стомп килл. Остуди его и все, окей, блин. А, F1? F1? Да, остуди, я же говорю. А, у тебя хп мало, чувак. Ясно. У меня тоже. Ай. Я нашел аптечку. Wave 2, complete! Complete. Yeah, не, man. С заморозкой проще. Arena, Nightblade. Nightblade. Я заморозил, потом... Нифига, я прям на него упал. Какая девка. Лучше бы без. Запинали бедного. Где он? Да вон он. Морозь, надо. У него Energy Sword. Эй, какого фига? А это что за восклицательный не знак над ним? Бах! Вот это было жестко, я думаю. Это ты его добиваешь, типа? Да! Голда! Yeah, man. Fight plan complete. Пять тысяч денег. Зашибись. Клап. Не, он тут, блин, как-то слишком много модов. Нормально. Что там теперь Кинз? А, нет. Это Джонни Гетт надо найти. Kinsey, I don't want to hear it. Look, I'm just saying, don't get your hopes up. No, he's on that plane. Ты куда побежал-то? Я на квест. А, ты по мосту побежал, что ли? Я на квест побежал. По мосту бежал. Бежал. У тебя квест сейчас 1200 метров от тебя, да? Да. Вот, ребят, значит мы летим в одну точку. А? Значит мы идем в одну точку. А может быть и нет. Мы походу с тобой не в одну точку летим. Почему? Ну не знаю, почему. Ладно. Я сейчас на твоей точке? Я, кстати, тебя вижу. Я сейчас на твоей точке. У меня какие-то лаги, по-моему, я стою на воздухе. Да, ты стоял на моей точке. Это моя точка, мэн. Сидом.
Cryzeniac went back to the well and hid this inside a broken shillelagh again. According to Matt's data, all of the submatrices are inside broken shillelaghs. That makes no sense. Cyniac's big on reuse. Come on, Johnny. Дверка. Он такой, я иду, Джонни, так четко зашел. Это было офигенно. Джонни будет им гордиться. Услышь, Бой. Hey, I don't feel my powers anymore. Your powers only work in your simulation. You're on your own. Still won't keep me from finding Johnny. Короче, как я понял, это раньше как бы была Земля, а потом эти алиены вторглись и нас поселили вот в эту фигню. А я сейчас понял, что мои дигу до сих пор одно из самых крутых оружий. Да-да-да. И тут работают захваты, которые были раньше. А, ладно. А, ну они такие же, да. Они всегда. Шатки. Так. Зачем? Давайте вы будете моим заложником. Я чего? Все... Когда убиваешь вот этих вот охранников, пишет тебе Alien Kill. Ну, можно так думать. Мне ничего не пишет. Я тут полю пачками. Kinsey, the door's jammed. I don't understand. Is something the matter? Son of a bitch! Poor Johnny is on the other side of that. Короче, тут дверь заела. Ты какого фига делаешь? Да какого фига ты делаешь? Чего? Фига ты делаешь? На тебе. Ух ты ж, мэн. Джонни мертв. Джонни, I let you down. I let us all down. We never should have ran, we should have stayed and fought, but we couldn't because... We couldn't because of me. And I know people say it's not my fault, but if the boss didn't have to protect me, you would be standing here right now. Чё за девка? Это либо Шанди, либо Аша. Вот это... Либо Шанди, либо Аша. Не помню точно. Он все-таки это Шанди. Это что, из третьей части? Что за счастье? Yes, I hate to interrupt this touching moment, but we haven't even got to the best part of this plane ride. Oh, fuck me. Ох, шмэм. Ну, почти. Все-таки это была Шанди. Kinsey, is Shandy okay? I don't know. It's like she's everywhere. I have to find her. This should be entertaining. Save Shandy. Bro, what the fuck is this? I don't... Boss? Что за? Boss, are you there? Kinsey! Wow. Shit. Plane was fucked up enough to begin with. No one thinks this stuff. Я прыгаю, рыбки, короче. Everyone always carries me. Воу. Воу. А, я упал. А я тоже. This is getting old fast. Что за фигня? This is getting old fast. Дерьмо. Я опять упал. Я тоже за тобой прям. Шинди АМК. This is getting old fast. Jesus. Да, ё-твоя. This is getting old fast. Ну, у меня пробел не нажался. Нафиг он одно и то же повторяет. Теперь нажался не вовремя, просто прекрасно. Да какого фига он одно и то же повторяет? Чё, к ней пристает кто-то? Босс, are you there? Yeah, I'm какого фига тут кукла? Why are you in a nightclub? What happened to the plane? It turned out it's Shandy's nightmare. She's right here somewhere. Я не могу поставить себе оружие. Короче, это типа ужастик. Cut it out! Who's that? Hang on a minute.
что за музыка? Не, музыка классная, это я понимаю, да, но... Ну окей, вот. You're not going anywhere. Use the stun gun. Кофига. Step away from her, veteran child. Yeah, like that's gonna happen. Will somebody tell me what's going on here? You think you can take her from me? Use the stun gun. Давай сзади подходи и стань его. Бей его, бей. Короче, это станилка, надо офигеть, похоже. Станил, я его застрелю. А, так. Good to see you again, Shandy. Какая девка. It's not Shandy. А, I'm это она. Something screwed up. Что ты достал? She's like one emotion, pissed. This girl needs a bowl fast. I'll explain. А это Шанди из второй части, по-моему. Или из первой. Смит из второй, по-моему. Да, из второй. 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 Какого фига тебя так не отталкивает? Что ты достал? Молчать! СМГ решает все. Куда эти хипстер? СМГ решает. Особенно с полной прокачкой. Это вообще кофейча. Дэн, ты весь хиппи какие-то. Я не вообще тут ядовитые патроны, так что со мной лучше не связываться. Чё он нам сейчас оружие нахуй? Я ты випом. Дай. Йоу, мэн. Раздох. Ух ты, ну нифига себе. Ааа, это мульти, я испарял. Ты молекулярный расщепитель. Так просто вообще. Расщепитель. Нет, какая разница. Почему на тебя не действует, ты на неё не действует? Потому что нахрен она расщепляет. Мы как бы спасаем, а не убиваем. Шанди, по-моему, исчез немножко. Hey, sometimes your exes try to kill you. What can you do, you know? You want a party? No, this isn't me. Shandy, are you okay? Это же нифига себе. Прожай. Get out. What's her problem? My problem? My problem is that I used to be you. This isn't a born again thing, is it? Nah, she's future you. Makes sense. So what happens to me? What do you mean? Look, Chandi, let's get out. No. I want to hear what I have to say to myself. What did you mean? What? Интересно, не татуировки на заднице тоже совпадают? Нет, не совпадают. Это Шанди, нет татуировки на заднице. А какая разница? Большая. Как это у её будущего нет татуировки на заднице, хотя у прошлого есть? Звёздочка на левой руке осталась. Звёздочка осталась на левой руке. Какая разница, может там удалила. Так. Зашибись. Ещё музыка в кайф. Что за... А, это растворитель нам дали. Что? Растворитель, да? Дезинтегратор. Угу. Гитовый. Аудиология. Какие-то. Я знаю, я точно знаю, где есть два аудиолога из трех. Хочешь ли там? Аудиологи? Кензи. Ну, купить аудиодневник. Откуда ты это все знаешь вообще? Я у себя бегал. Давай, пошли в симулятор. Ты что, дальше подошел, что ли? Нет, просто аудиологи собирать можно всегда. Тебе нужен выход, который рядом с маленьким островком, где мы брали вертолет. Окей, короче, на этом мы серию, пожалуй, закончим. Хорошо. Угу. Уже час закончим. Эй, ты далеко. Ну, иди ко мне туда. Ну что, заканчиваем на этом или как? Да.
Ну, все, мы на этом заканчиваем. Всем пока, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Знаешь, и до новых встреч.